В спортивном зале Молоковской школы состоялся турнир по мини-футболу между воспитанниками спортивной секции Дома культуры «Буревестник». В нем приняли участие 4 команды. Самые юные футболисты 2009 года рождения, а самые старшие 2006. Ребята тренируются под руководством своего наставника Александра Бизина. Занятия по футболу у нас проводятся 3 раза в неделю у каждой возрастной группы. 4 возрастные группы у нас. От малышей 12-13 года рождения до взрослых ребят 5-4 года рождения. Для многих воспитанников футбол по-настоящему является спортом номер 1. В спортивных залах и на стадионах они проводят все свое свободное время. Я занимаюсь уже 8 лет, можно сказать. Нравится спорт, потому что есть борьба, хоть можно за мяч побороться. А турнир готовился, чеканил, бил повороты. Максим Монин, помимо занятий в Молоковской секции, тренируется в футбольной школе «Торпедо» в Москве и в будущем планирует связать свою жизнь с игрой. Я хотел стать знаменитым футболистом, сделать свою хорошую карьеру, чтобы было все хорошо в футболе. А кто твой любимый футболист? Месси. Подобные турниры, которые проводятся раз в полгода, помогают улучшить взаимопонимание на футбольном поле, усилить дух товарищества и на практике разобрать ошибки после матчей. У тебя прибавляется техника в ударах кручения, например, если ты бьешь со фланга. Пасы точнее становятся, и все в этом роде. Каждый тайм длился по 10 минут, после чего команды менялись воротами. У некоторых юных футболистов были персональные болельщики. Сын Светланы Зайцевой занимается футболом уже второй год. Как-то сам заинтересовался, и то, что у нас поле рядышком с домом, и летом мы увидели, что там проходят какие-то игры, и решили попробовать, ему понравилось очень, и начал ходить на игры, на занятия. Нравится, как тренер преподает, нравятся игры, нравятся команды. Соревнования проводились по круговой системе. Каждая из команд сыграла друг с другом, и места были распределены в соответствии с результатами. Первое место заняла команда 2009 года рождения. Призеры турнира получили ценные подарки – мячи и спортивные сумки. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».